Здравствуйте, уважаемые автолюбители, значит, автовладельцы, у которых есть подогрев сидений. В данном случае это машина Renault Kangoo, вторая 2014 года. Значит, были видео, где полностью отрывают ткань, убирают впереди сиденья. Но здесь очень просто, вот эту штуку отщелкиваем сзади, значит, и выворачиваем вот эту вот белую фигню. И вот она эта штука, и вот он этот провод. Просто припаиваем его на место аккуратненько. Ничего не оттягиваем, не перетягиваем там. И обратно это все дело вставляем. Всем удачи.